Юху, всем привет! Меня зовут Артём, вы смотрите канал Суперэш Ченел. И опять будет Физис Пояс. Замечательная игра. Ну так, короче, через вчера день задался. Выполнил 90% вызовов отлично, просто превосходно было. Прокачал ментов всех отлично. Ну так, убийцы раскрывали свою личность, когда придет время. Вместительская организация оказалась профессиональным гастрастым. Какие используют пример мисток, чтобы разрушить Фейбург? Интересно. Так. Теперь как мы моему быстрейшему думаю раздать настук дверь, и надеюсь, что на пороге просто моя жена Лоха. Лоха, как всегда, забыла в своей ключи. Здравствуйте, меня зовут Стив, а вы Джейс Бойт? Не так ли? Джек, для того, чтобы добраться моего напорога, я правильно по своей двери придется пойти около Мии. Отвод за остановки перебрыгать через крест, выведя ружьем, лужем и грибаем мусорные ямы. Бог раз не различает за какая наисть. Говорил, что уже одним словом можем. Зумы я делюсь безгрейными улыбками, зажжи и минуту внимания. Значит, теперь я вас услышала и задала вопрос, укачивала выбивкой. И вас теперь чувствовать, как у вас петрухся, выбочкой, то есть. Когда я наблюдал за редким сценом, мне хотелось Супалось и хотела ниже, с ней отходилось преодолеть ее вполне подсидеть, гайсты выходит по секрайм. Не успеваю посчитать. Но через месяц после ухода лога я смог погасить без какой-то пени. Сегодня губы расходил на дверь перед носом. Придет еще парандей, я буду отнаглядеть всех, кто смеет подойти к одной двери. С обидным пистолетом в руке. В моей жизни самые визуальные вещи приносят самым большим банальным образом. Миражон, приезжая выйти из дома, сходит сцена. Как минимум, пытается развязать серьезный разговор. Но у работа исчезла. Обычно дети в таких историях все выступают на стороне матери. Но все ты наших сына поддержаем меня. Обычно родители жены всегда обвиняют мужа в том, что он сделал их дочь несчастной. Но с Сарей и Панди Лора у нас теперь что-то вроде союза. Мужчина, который живет в Лора, надолго за то, что он годится ей сыновья. Это ей рейтрисов, не больше. Если продолжишь факт, который мужчина может задать своей боли к своей жене, не остался самой болезненной. Кричал мать Лора тоже не восток этой информации. Сарей думает, что этот парень завершил поезд от Лора со своей женой. Очень скоро он вернулся, значит, вариант за студенток колледжа. Но Сарей раз уговор. Она найдет Лор, попытается в Маклору, сломит ее, сходит там встреча, если Бог прорыл, будет все своим меч вмешательством. Меня ситуация была безумная, ошибка истина, я увидел призрак жены в старушке, окруженной телефонной книгой. Мне хотелось утерять союзника, если их хотел, чтобы хотелось на нем проводить свою гордость. Алло, мисс Макс, да будет. О, есть какие-нибудь новости? Я вас хотел попросить, вы что-нибудь с нашим адрес телефона говорили с ней. Не волнуйся, Жек, я уже слышал о кук своих подозреваемых. И как вы там любите говорить свои поистые? Моей поистые можно найти человека раз быстрее, чем любопытная старушка. Узвоните все подружек моей жены. Ты и сам уже старик, Джек, обломись. Ну, если нас с собой приняли бы такого известников, но у меня есть энергия, Джек. Может, теперь я окажусь морозным старухой, но окажу свои книжки, успою убрать, но это дает мне энергию, вызываю своими собачками, это мне дает энергию. У тебя нет энергии, Джек, у тебя даже хобби нет, не сказки ничем, поэтому Лора у тебя бы ушла. Но ты не буду зависеть к этому сайту, найди мою жену, потом я освою мои хобби, жду звонка, скоро мое терпение иссякнет. Джек, Лора, если ты разбила меня, я не буду добиваться тебя невозможного. Просто не дай мне погибнуть, ладно? Так, неплохо поговорим с бабусей. Так. Ладно, начинаем день. Выбираю второй трек. Сейчас. Вон. Посмотрим, что это будет за трек. Так.
Вот этих черных негров. То есть черных копов. Ну что, офигеем? Мы наполовину ментов неграми. Что за ерунда? Так, российская банда в последнее время доставила нам много проблем. Эти люди усыживают чернокожих горожан, забивают их до смерти. Иногда на небосах сообщили нам 7 местных радиостанций. На втором поручали убить всех черных врачей, пожарных и полицейских. Но не нужны лишние трупы, особенно если комиссия за долгих выборов. Российцы умирают по боязнь, многие горожане поддерживают их. У вас есть 2 дня, чтобы убить всех чернокожих разрудников, поддержание социальных напряжений. Да блин, что за ерунда? Меня там нафига черных. Так. Если кто-то свежего съезда поступления скрылся, где он получается директивы. Так. Появилось на место директивы, просят следить, соберут всю информацию. Одного из директивов нужно найти ведущим, следователем по этому делу. Через них директивы, кто вы покровите к расследованию, будут его подчиненными. Чем вы начинали ведущих следователей, эффективными работать вся команда. Борца за плава чернокожих гоним Мурат, Сергей поймал за его дома. Так, это главное будет. А пусть двое пойдут с этим. Думаю, справиться они. Так. Сколько там негров у меня? Так, раз. 2 3 4 5. Да блин, хорошие негры у меня. Давайте через 10 очков у него. Как я буду увольнять их? Нет, уже оставлю. Погоди, остань у меня. Я не смогу уволить с атаках. Знаете? Да по боку мне на задание на том. Пусть остаются негры у меня. Никому не мешают они. А на расистов мне к этому все равно. Ну пусть будут расисты там орать, психовать. Так, уборщица Мэй увидел, как пожилой мужчина бьет дорогие ему автомобили на стоянке, где мешает им крутым. Крутом. Началось совершенно его крики. Ублюдки, воры, кровописты. Так, перди, осина и берч МЛМ. Что за малые, не понял. Берч малым. А. Все, поехали. Так. О, угон. Камера наблюдения завесила на заправке машин. Чистящие в угоне. Опа, оп. На, пусть 4 поедут. Справиться. Так. Директивы в России следите, собрались данные список преступлений, теперь занимаются проработкой версий. Ждите результатов. Ладно, подожду. Так. О. Отлично. Молодцы, девчонки, так держать. Хорошие девки. Так. Ну что тут у нас? О. Многодетную мать Кое. Там себе такой подозрительный мужчина был в лафе в очках. Бифукайных очках. Откружился с скамейкой, ходил в детской площадке. Наблюдает за детьми уже час, когда она фотографирует их. Опа, двое пойдут. Поехали. Лидия, я думаю, нет. Подождем. Опа, хорошо. Молодцы, господа. Так держать. Отличные менты. Можно было и 3 поставить. Так. О. Опа, юху. Отлично. Так. Мистер Бойт, я открываю первый клуб, осуществленный не набор с выборки. Я хочу провести показательный поединок, где один из моих личных голосов сходит с вашим лучшим копом. После поединка я научу вашего подчиненного с ЭКПИОМ. Не боясь, чтобы мы нас слушали.
Я уже этого Берча малой поставлю, я подожду, что это поедет тут. Надо ему до нас научить, это научиться. Тут самый слабый этот Берч. Пусть он прием его знает разные. Может у него кончанаизм увеличится как-нибудь. Два раза, наверное. Так. О! Боже, я делал есть первые зацепки по делу. На кадрах, которые не принесут вам изображены, вероятно того, что он мог произойти. Вместе преступлением. Кадры могут быть как верными, так и ложными, чтобы отличить одни из других, нужно изучать материалы дела. Чем больше ты руководишь расследованием, чем выше их профессионализм, тем точнее их загадки. Чтобы выделить подозреваемых, нужно сложить последовательность событий на месте преступления. Пусть закадывается загадками. Даже если последовательность не удастся, вероятно у вас нет нужных кадров. Преступник сидит в седане, а царя его вроде из автомата. Я не разглядел. Это же несколько приглашенных хлопков. Он явно получил по заслугу, но он обкарался на проблему. Среди одним многом с кем кругался. Я не запомнил машину, а звуки были очень тихие. Я буду думать, что это выставлено. Выставлено наши дни ничего не делает. Я едва погиб. Вышел за экраном, и меня чуть не сбил какой-то идиот. Так. Короче, сидел в машине. Ехал, выходил пистолет. И доехал мужчина и убил кого-то. О, есть. Чего у вас есть подозреваемый по этому делу? Подозреваемый их может быть и несколько, но в том случае ты становись реализм кандидатуем. Трэвис Хортер, красивый, у которого есть уже несколько судимостей. Отлично. Удивительная информация об изображении подозреваемого. Прилагаем их мест может быть и несколько. Чтобы провести арест, нужно направить к подозреваемому ведущего следователя. Освобождение двух офицеров. Если следователь не службы, арест можно отложить. Но не забывайте, что преступники не сидят на месте и могут покинуть Фрибург. Даже помните, что все преступники ведут себя по-разному. На угодный воришка, скорее всего, сам сдастся вам руки, поднявшую его от облачения. Уже время, каждый срок его убийства может оказать серьезным хвативлением. Да, это после преступников уже вырезал опытных офицеров, а если посчитать нужным, еще и команду спецназа. Так, спецназ. Янти и Хантер отправляются там. Поехали. Ждем. Бахман сообщил, что на солнце посольство за человека, значит, драться прямо на подиуме. Котти, Пердим и Остин поют. Пусть бабы идут. А то мужики там пяйся на их танцовщик сводят. И все испортит. О. Из бара наступило сообщение о драге между посетителем и охранное заведение. Выбывший мужчина залез на сцену во время выступления местной певицы. И попытался заспеть с ней с дуэтом. Стовал и Асану идут. Справятся по-любому, справятся они. Шеф, я почти пощадил этого перепрошку, но он казался слишком близким до меня и выиграл по очкам. Правда, я должен не знаю правил, даже мало ли что это Казуки насчитал. Зато после поединка указал мне пару приемов, я так уверен, что немного потянул спину. Пойду бы домой, я заряжусь. Ладно, идем. Так. Так, закрывает уже. На подиуме девушка женщина, пьяный охранник спит в углу. А выбывшие клиенты внимательно следят за происходящим. Свет выключен. Я сделал, чтобы отражать драться, не обращая внимания на паристую. Попросить дубанного ведро холодной воды, а выйти. Так, заесть на подиуме наблюдать. Бери воду на юный, холодной воды на юный. О, пойманные они с паричным. Отлично, есть. Так. О, пойман преступник, хорошо. Дело закрыто. Найс. Пока что ни одного задания не проводим. Ни одного. О, как надо. Драка. О, и тут пойман. Отлично. Ну все, пора спать. Чекпоинт. День пятый.
Основной полицейский Томас Бэйн посадил бы именно женщину. О. Основной Кол Бэйн думал, что она террорист, смертник. Мэг Роджерс, вроде нет проблем с расистами. Как нет? Он сам пожаловался, что расисты хотят, что психуют от черных копов. А сам тут пишет, что в городе нет проблем с расистами, но он дает. И вот как дышит наш мох. Он нет проблем с расистами. А сам дал задание тех расистов, тех черных копов уволить. Ну дает мох. А чем мужчине нужен сарай, чтобы хранить все, что нельзя принести домой? И это этот назад. Когда сидел свой голос сельском хозяйстве, до чего дома все, что попало. После дня проведенного по споям, я входил домой с Кёдером, но потом на грязных собаках, я иногда превращаю кассину в помойку. Тем не менее, благое, что я быстро стал хранить только в сарае. Ну и что там? О, что такое? Таблетки? Я перестал даже таблетки дома, потому что каждый раз, когда я собирался принять тетрадную дозу, кто-то постучался в дверь в моей спальне. Теперь куда случится дверь моего сарая, что ж ладно. Не каждый день куда хочет навестить твой сарай. Надеюсь, за все 2 года, что мы с Кендером в одной месте, ни разу не было у меня дома. Мы на прайс-барах, ездили на работу, ходили в город, наши даже дрались с браконьерами. Никогда он не приходил к нам на семейный ужин, ни разу мы не смотрели с ним вместе футбол. И вот теперь он неожиданно гонул ко мне в сарай. Гонул в сарай. Старался выглядеть невозмутимо, он смотрит каждый день, принимая гостей в сарае. Особенно гостей в сычной охране. Ну, конечно, не Кендрик Кеннам уложил мужчине на мои мысли. Уловил. Извини за твой приезд, Джек. Мы видели из машины, как ты шел сюда. Я пойду минутку. Где люди подошли снаружи? Ну? Что там? Давно ты ходишь с телохранителями? Это люди Сэндра, Джек. Оу, теперь ты появишься на людях с рождения мафии. Джек, сегодня ночью я уезжаю. Вернее, вылетаю. Беру Дженни и девочек и исчезаю. Может, мы с тобой не увидимся. У меня будет новый документ, новое имя, новая биография. Все новое. А газеты так пишут, что ты еще неделю работаешь в участке. Если я исхожу сегодня, твоего шанса уже не будет. Когда не мог заметить, что мне глубоко теперь не слишком то рады. Как твои мафиозные друзья свой на твой отъезд? Джек, если я не важно с ними дела, в ближайшие часы не начнут убивать. Меня, мою семью, моих целых денег, родственников, бог мой, Джек. Я не знаю, кого они еще будут убить. Я знаю о том, что попытаюсь сбежать и подаю, чтобы мы закрыли контракт сегодня же. Контракт, Фрэнк? Серьезно, да он у вас так называется-то? Удивился погласить, чтобы все оформить. Сейчас не время, Джек, прошу тебя, мы перед ним состоялись до конца года. Мне нужно связи по истине. Я не могу вернуть им деньги, с мафией так не работает. Если кто-то, кому я могу доверять, не прикроет меня, мне конец. Ты знаешь меня, Джек, я бы не простился бы, не боялся видеть сегодня вечером с этой чаей, разрезанными на куски. Было бы в моем месте, посчитал бы Икс о том, что раньше нужно было думать о этих чаях, но я не стал его мучить. Как бы тебе не повернулась судьба к Кенрика, мучение ему достанется в избытке. Так, помогать ему или нет? Но все-таки лучше друг его. Ну блин, жалко старика, помогу ему. Дай ему телефон, скажи, что дело важное. Звони мне, я не появляюсь сегодня на работе. Я не хочу больше не видеть, не слышать тебя. Убирайся. Джек, убирайся нахуй из моего милого уютного сарая, Фрэнк.
В тот момент я сразу забыл то, что произошло. Такие вещи все равно невозможно осмыслить. Я на самом лучшем победе нашей фаиса с историей города. Я должен признать, что я часто думал о том, не весь с удовольствием. Знаешь, газетчик, как я писал, понял, новых преступников. Поверьте, в Рыбурге это самая высокая похвала, которую только может заслужить коп. Вот я человек, который ловит преступника, согласился помогать мафии. Сколько надеялся себе на пороге сумку, битую частями своих... моих детей, конечно, минуту того, как сам погибнул. Эй, помните того куба, который ловил преступников? Кажется, что это бум фюрасной сучкой. Если ради того, чтобы один жаркий, коллекционер смог быть своим сбежать из страны. Ну, как такое мог вместить в голове? Так, ладно. Помог как помог. Ничего уже не поделать. Сегодня читал сохранящий телевизор Рамона названием «Последнее украшение Нептуна». Но не смог добраться до концовки. Во четыре уверен, что убийца комиссар Гаррет. Но я не успокоюсь, пока не читаю, не знаю наверняка. Уже пойду домой, читаю книгу. Нет. Моя любимая группа играет на уборе на концерты больных детей. Уже не отгул. Нет. Мой брат отправился по ходу в лес и попал в бизнесе. Хочу помочь. С поисками. Можно не отгул на сегодня? Да. И выходи завтра. Так. Этого назад красты. Так. Ладно. Начинаем день, господа. Так. Давайте я это хочу камазисты. Послушаем по порядку все. Так, что тут у нас? Как бы ни было не ясно, как расходами сразу ваши пресс-резки участок находится в их власти. Шву же свои кучи условия должны справиться с владеющим за костром моим. Решение мэрии зависит от того, как сколько вы недовольны ваших работ, так появится угрозы уже еще одного раза в 5 дней. Мэрия может полностью указать ваш вам. И удовлетворить решение как из-за обкоса, так что попросите лишь о том, и что, в чем действительно нуждаетесь. Сот нужен мне. Им сот до 9 евров нужен, и спецназ нужен улучшенный. А денег достаточно дают мне. Так. Так рассекает срок. Иди нафиг. Никого вонять не буду я. Женщина снова сложила своему городу. Все не проходили хамистскими почестями. Эх, хорошая баба была. Так. О, зарплата. Буду же один нажалован, моя это чтобы не разочарованы. Ну нормально. Кафе само утра спит грязный бомж, который грязно ведь писает под себя. Что? Мужчина кажется уходить, кричит на любые замечания и распугивает посетителей. Что? Как собака рычит, наверное. Диксон пойдут. И Робинс. В путь. Женщина увидела своего окна, как видно магазин, находит вошел мужчина пистолетом, чулком на голове. Стоуэлл, Грант и Макдак едут. А, нет. А давайте так. И живет. И сват. Все, поехали. Так. Вот. За ним куда весь хот-дог, который увидел, как наблюдает список дневника Элвиса. О, мне ругается на испанском виду дука, графонными стойками. Ну, эти двое поедут. Справиться, возможно. Так, оу, отлично. Найс, господа. У магазина есть два выхода. Из-за людей выиграет оттуда. Черный ход лучше. Мужчина чурку на голове заменил Парису, взял сообщника кассиром.
Тут и постоит, голубой заводчик явит. Назад и ему больше хвоста ему. На тех мысках летит в этом языке. Мощь пристрелится, призрак заткнулся, будет оружием. Вашу кассиру покажу заткнуться, что ему. О, как видите, занервничает, стоять я прошу вас, не просто нужны деньги. Возьму много и уйду. Никто не пострадает. Кассир начинает плакать. Ты пообещай ему не стоять в него. Все равно отпустит заложника. О, обманул. Обманул его, получилось. Отлично. Всем найс. У Бауэн по дороге в амбар похитили антикварное китайское ожерелье. Хоп-хоп. Начаем. Жек, в этом году организация фестиваля охоты на зеленого на золотого зверя. Внезапно измени правила, сделай конкурс по себе командам одиночным. Можешь отправить мне в помощь двух своих лучших целков. Думаю, что ребятам потеряно пойдет на, только на пользу. И уже слабых поставить туда, слабых надо. Сегодня очень жарко, много отправить скупаться. Больше недели, например, жарко клюбу, основной 4 человека. Пресса подняла шум. Пожалуйста, в карте кого не посмотреть закупайщиками. Вот этого отправлю, этого. Этого глазастого отправлю. Ого, глазастый, глаза, конечно, красные. Так. Да как это бы... Дураки, как они впустили его? Так, у меня ментов нет. Так, я подожду, еще подожду. На выставку эксплуатация и секс вылазил группа молодых людей в лаквах, начал громить фанаты, выкрикивая. Ну, да, Дима, здесь не нужно. Так, ладно. Управляю всех. Это не хочу, когда выполнять, просто останется тут. Когда сельскую месяц не хочется выполнять. Сельскую, ладно. Сейчас подожду немного, подожду. Так, ладно, ставлю. Макдак и Фонтенут. Ладно, пусть едут. О. Мы с мужем служим в финансовом положении, если собираюсь проверять кадр ожерелья. Много веков на жаре моей семьи. Семьей? Опечатка какая-то. Когда я не слышал ожерелье в амбар, кто-то сорвал сумку прямо у меня с плеча и скрылся. Не успел чего сделать, даже прикричать. Судник был на брастыкле. Его по дороге схватил сумку и тут же уехал. Мчался очень быстро. Не успел разглядеть мужчина этой женщины. Лицо было... Лицо я не разглядел, но он один был куртку, и как тем байкеры, что часто собирают здесь на логуисты. Это точно был не весы байкер, они все рысы и бородаты, это был похож на азиат, наверное, японец или Китай. Я сидел в руках мотоцикла, никакого оружия, по-моему, он просто выходил в сумку и уехал. Ну, короче. Короче, едет он тут, сумку хватает и уезжает. Во. Гуань-инь. Китайский эмигрант. Я начислен из университета. Так, отлично, господа. Выполним. Так, это я смотрел. О. После отчисления из университета Кириан приехал сюда. А у меня ментов нет. Подожду. Да быстрее, давай, приезжайте уже. Менты нужны срочно. А, сил не успел. Так вот. Ой, блин, я же не успел нажать. Что за ерунда? Там было выполнить поручение, не успел. Да что такое? Блин, все. Мистер Бойд, мы веди, но если сильно знает толк в себе. Даже к вершему не учиться, мы классил нас на класс победного охоты. Ну что, на сегодня мы все, мы заслужили. Ну что, ладно. Все, завершаем день. Может даже дня бьется проводить гораздо больше времени на работе. Теперь на счету не только каждый день, но и каждый час.
Куча дел. Все, завершаем. Чекпоинт. Ладно, друзья. Все. Хватит на сегодня. Всем за просмотр, ставьте лайк, на канал подписывайтесь. Всем до новых встреч. Удачи. Пока-пока.